Так, ну давайте я убрал сейчас Mirror, потому что понял, что тогда я лишаюсь возможности по отдельности руки ставить, а это важно для создания симуляров. Так, мы сейчас продублируем это. Shift-D. Shift-D. Все. Ввели вниз по оси Z. И пошли мы сейчас в троечку. Вот так вид в тройке. И теперь тут начнем формировать. Ну, во-первых, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. Вот так, не более. Вот так. Потом по оси Z. Вот так сделаем. Хорошо. И теперь нам надо ее разделить на несколько, на три. Забыл, как это делается. Пойду посмотрю мне. Вот видео показывали, как это делается на три, на много там частей. Сейчас гляну. Да, просто перейдем сейчас, в общем-то, в режим один. Возьмем Edit Mode к Knife. Сюда подвинем. Сюда подвинем. Так. И вот сюда подвинем. Так, хорошо. Теперь мы сделаем следующее. Я надеюсь, он насквозь пробило. Да. Выделяем будет он реально действовать. Так, сейчас выделим вот эти точки. Стоп. Интересно, будет он так работать? И сказать F. Да, он закрыл. Надо же, какой вон это. Теперь это. Это и это. Там можно экструдировать, конечно, сделать с экструдом все, но мне было интересно, как он себя поведет в этом случае. Синема в этом случае сдается, конечно. А это молодец. Так. И теперь вот эти. Опа, стоп. Не так, ребята. Теперь мы вот эти селектируем. И по оси Z, так, секунду, G сначала, на G, и по оси Z мы ее немножко уменьшим, вот так. Вот такая у нас кисть получилась. Хорошо, смотрим теперь. У нас как бы, ну-ка, да. Мы не так сделали. Нет, так сделали, но только сейчас перевернуть надо будет. Ну, чтобы вот это было сюда, на 90 градусов или на 180. 180. Вот так. На 180. Так, вот видите, должно быть это выше. Теперь поднимем ее туда, куда нам нужно. Это GZ. Вот сюда смотрим. Если надо, немножечко еще уменьшаем. Чуть-чуть. Вот так. Да. И тоже применим к нему Bevel. Ну что? Почему бы нет? 0,03.
Ух ты, сразу какая. Ноль, три. Сделаем, да и все. Так, вот оно у нас вот так выглядит. Так, а этот у нас тоже вылился или нет? Сейчас посмотрим. По-моему, нет, мы с ним ничего не делали. Да. Мы с ним ничего не делали, поэтому мы его сейчас уменьшим тут. Хорошо. А теперь с этой стороны нам надо сделать похожие вот такие, как на уши. Должны быть похожи такие три. Эти самые. Ду-ду-ду. Подшипнички, да? Пока подшипник не будем, сделаем их примитивно тоже, потому что это мы все к этому придем, ребят. Это нам надо цилиндр. Этот цилиндр нам надо развернуть на 90 градусов в эту сторону. Вывести его из себя. По Y вытащить. Сразу же уменьшить до безобразия. Да, вот так. И по Y тоже его уменьшить. Вот создать вот такое. Сейчас я посмотрим, давайте посмотрим. Так, с этой стороны, с этой стороны. Вот. Подвигаем его. И погляди, на место поставим сейчас. Г. Сюда. Ну, видим, что он очень большой, поэтому. Так вот будет достаточно. Так, ну-ка. Угу. Так будет достаточно. Теперь мы пойдем сюда. Скажем, что нам надо единицу, выделим вот это, и это внутреннее, да, так, потом Е это туда ее пихнуть, потом опять И, так. Ну-ну-ну-ну. Так. И Е назад. Вот такой типа подшипничка, да? Хорошо. Все это выделяем в объект модусе. И тоже ему применяем было. Вот так. Хорошо. Отлично получилось. Давайте теперь Г. На троечку перейдем, возьмем Г и передвинем его туда, где он должен быть. А должен он быть вот здесь, по Y. Вот так. Я вам предлагаю, ребят, немножко это отодвинуть все вместе. Где-то вот так. Чтобы вот это колесико мы могли точно. Так, сейчас мы сделаем следующее. Вот сюда поставим его. Так, а этот пивот переведем его в этот
в 3D курсор. Вот оно встал в 3D курсор. Вот теперь можно сделать, конечно, mirror раз это. Хорошо. Ну а здесь что-нибудь тоже сообразим такое. Может быть, цилиндрик поставим так, чтобы он просто держался, скажем, да? Давайте. Без всяких наворотов, просто цилиндрик, который тут же мы его и перепотыщем на 90 градусов. Уменьшим. Посмотрим с третьей стороны. Поднимем вверх. И теперь по Y тоже и по Y. Вот так. Вот так мы сделаем, и все будет хорошо и красиво. Ну-ка. Может быть, чуть побольше его. Ничто не мешает нам сделать это побольше. Так сказать, слишком тоненькие руки. Все. Вот теперь такие вещи. Так, давайте мы сначала в троечку зайдем. Раз. Нам надо развернуть ее сейчас. Раз. Вот так. Вот так сделаем. Так будет хорошо. Чтобы вы убедились, что эту кисть можно было лохвато сделать гораздо проще, не как я делал, что. Но мне было интересно, справится он с этой задачей или нет. А вы можете, допустим, сделать просто так, что вы выбираете сейчас куб. Вот. Давайте мы его выдвинем. Так. И я просто большим покажу, как это может быть. Так. Я сейчас уменьшу его. S по оси Z. Вот так. Допустим, да. И просто-напросто разрежу. Так. Разрежу. Так. Разрежу. И теперь я могу просто-напросто выделять экструд Е. Выдвинул так. Экструд Е. Выдвинул так. Все, мы получили то же самое, но гораздо проще. Но иногда хочется сделать посложнее. Так. Ну, на этом мы с вами закончим. И потом уже перейдем к более сложным вещам. Это к ногам. И здесь будут еще гусеницы. Но мне надо еще узнать, как их делать, прежде чем вам показывать. Хорошо.